сегодня сюрприз. Это наш спектакль «Заяц, лиса и петух». Это подарок детям, поскольку вообще в театре репертуар для детей. И сюрприз один. Любой спектакль – это уже сюрприз, потому что он для них новый. Они его не видели. И мы с удовольствием, вот честно скажем, что с удовольствием приехали, поскольку собрались друзья, кукольники со всего и Франции, и Татарстан, и Таджикистан, и Киргизия, и так далее. И мы здесь учимся друг у друга и делаем радость детям. Это обоюдное учение. Мы общаемся, мы смотрим спектакли, и мы, помимо спектаклей, культурная программа. И это приносит для коллектива, для артистов, для любого, и директора, и художника, это приносит плюс навык. Мы учимся, мы что-то хорошее берем, и это помогает потом в дальнейшем применять в работе и развиваться. Бирюля Николай Афанасьевич, заслуженный работник культуры, директор Новосибирского театра. Я прибыла, так как директор театра, для знакомства с вашим фестивалем, с возможностью пригласить вас в театр к нам. От России здесь выступает Новосибирский театр кукол. Я думаю, что будет замечательный спектакль, который детям понравится. Наша группа была еще в 2012 году со спектаклем «Гусь и лебедь». Это русская народная сказка. Сейчас мы привезли спектакль, поставленный по мотивам татарской народной сказки «Три дочери». Спектакль звучит много татарской музыки, татарской песен на татарском языке исполняется, татарские танцы. Фольклорно очень интересный спектакль, потому что театр вообще работает на двух языках, соответственно, на русском, татарском. У каждого театра есть свой репертуар. Сегодня играет на русском языке, мы играем татарскую сказку. Это как бы здесь мне нравится то, что они традиции так хорошо держат. Вот это самое главное. Это сейчас очень в других странах это как бы проблема самая главная. А здесь прям все традиционно. И танцы, и песни, вот прям все ритмичные, вот это нравится. Вот я приехала сюда, чтобы для того, чтобы обмениваться информацией, и как бы театр посмотреть. Театр очень мне понравился. Мне все говорили, в Казахстане все говорят, что в Таджикистане очень хороший театр. Вот. Именно театр кукол. Очень хорошо развит, люди такие добрые, все красивые, красивый народ очень. نسبت دیگر فестیوال هایی که ما سالهای پیشین میگذراندیم برتری است چون که 12 کشور جهان حضور دارن اما نمایش های خیلی جالب آوردن و نمایش هایی که درخواستی با درخواستی ما و نظر گرفته با زبان روسی بیشتر آوردن ما کوشش میکنیم که در سطح عالی بگذارد فестیوال و کودکان مخلصان ما خرسند از سیعت روان و البته در آخر ما در آخر فستیوال برای مهمان ها و برای دوستان یک هدیه سورپریز میگن داریم این در روز آخر فستیوال برگزار میگردد ما کوشش بران میدهیم که مهمان ها از اینجا با دلی شاد با تأثیرات خیلی بلند از تاجیکستان به کشورهایشان برگردند. Oh, 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 oh